Независимо от того, какую музыку вы слушаете, в вашем плейлисте наверняка есть один из хитов знаменитой британской электро-поп-дуэта Hearts. 25 ноября группа выступит в Кишиневе, третий канал, медиа-партнер концерта. Несмотря на дикую знаменитость, Адам и Тео в жизни оказались очень скромными. Ребята рассказали в эксклюзивном интервью нашему каналу, чего они ожидают от шоу и молдавских фанатов. Hello Moldova, hello Canal 3 Morning TV, I'm Theo, I'm Adam, and we're Hertz. Они собирают стадионы, а их песни доходят до вершин чатов. 25 ноября меломаны в нашей стране смогут увидеть талантливый дуэт из Манчестера, который смог оживить стиль электропоп. Мы очень довольны, как я, так и Тео, что приедем в Молдову. Мы с нетерпением ждем реакции зрителей и надеемся на прекрасный вечер. У группы есть целый фан-клуб из Восточной Европы. У нас есть фанаты в Восточной Европе, очень страстные и эмоциональные. Наши песни вызывают очень сильные реакции. Перед концертом в Украине кто-то пытался зайти в мой гостиничный номер, пока я спал. Это был самый плохой поступок одного из наших фанатов. В ходе разговоров о поклонниках два холостяка рассказали о девушках, которые могут покорить их сердца. Вы допускаете мысль о том, что можете встречаться с фанаткой? Я бы сказал, что мне не нужна девушка, которая не любит мою музыку. Группа Hertz даст концерт в Национальном дворце. Выступление является частью международного промо-тура альбома «Desire», который был выпущен в конце сентября.